Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Романов Даниил. Итак, ребят, у меня началась четвертая экспериментальная неделя по набору мышечной массы. На этой неделе я еще увеличиваю тренировочный объем, плюс я добавляю углеводики, итого я буду потреблять примерно 170 или 180 грамм углеводов. Это примерно 230 грамм сухой крупы, либо макарошек. Итак, ребят, становится все веселее, все объемнее и все тяжелее, но и в то же время калории увеличиваются, что меня очень радует, так как я очень люблю поесть. Итак, друзья, сегодня будет силовая тренировка спины, состоящая из 4 упражнений в 6 подходах каждая, и тренировка средних дельтовидных, состоящая всего-то из 2 упражнений в 12 подходах каждая. То есть, как вы поняли, на этой неделе я буду выполнять по 24 подхода на каждую мышечную группу. Это весьма и весьма до хрена, согласен. Но и на этом я не останавливаюсь. На следующей неделе, то есть на 5 неделе, тренировочный объем еще увеличится. Так я буду делать вплоть до 7 недель включительно. Итак, ребята, сегодня силовой день, а это значит, что я буду брать относительно большие веса для себя. Также это будет достаточное время отдыха между подходами, это примерно в пределах 3 минут. И рабочие подходы будут у меня примерно на 6, либо на 8 повторений. В общем, тренировочка ждет меня тяжелая, объемная. Поэтому, друзья, перед началом тренировки я просто тщательнейшим образом буду разминать все свои всевозможные суставы, потому как веса будут приличные, нагрузка на суставы, нагрузка на поясничный отдел будет довольно большой, так что разминкой я стараюсь не пренебрегать. Короче, погнали, ребят!
друзья, это довольно тяжелая, объемная тренировка. По времени она у меня заняла в пределах 1.5 часа. Как я говорил, этот тренировочный объем для меня еще не предел. Это только 4-я неделя. На 5-й неделе тренировочный объем опять же увеличится. Но вместе с этим я увеличиваю и калории. Так что, ребят, буду работать на пределе. Хочу просто проверить свою тушку на прочность. Насколько я способен выдержать большой тренировочный объем. Насколько я буду успевать восстанавливаться. В общем, ребят, по окончании 7 недель я обязательно отчитаюсь. Сделаю так называемое видео до и после. До начала вот этого 7-недельного цикла я себя уже отснял. Ну, я думаю, разница будет. В этом я уж точно не сомневаюсь. В общем, ребят, на этом все. Я благодарю всех вас за внимание. С вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия и до скорой встречи. Пока!